Блин! Да пожалуйста! Ну блин, да. Да-да-да, надо. Да ну, нет! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Васаби, Скромник, Алкоголь, Кейк, Сенка, Куёко, Роман, пацаны, поздравайтесь. Я вас достану. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Рекрикси, у нас сегодня пожиратель с базуками, который, когда едет, сыт какой-то вонючей мочой и будет нас мочить и взрывать весь город. Если опять же кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, валим. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. И будем веселиться, угорать и записывать классные игрухи. Ой-ой-ой-ой, красиво. Ого, полдома отломал. Эй, ты что, пьяный? Вы тут за руль пустили, вы что? О, эй, вижу, нет, одного нет. Убил уже? Он сзади нас, пацаны, будьте осторожны. Блин, классно играет нас 8 или 9 человек. Так что любой может, у кого есть наши игры, купленные в Steam, может поиграть с нами. Не надо меня подрезать, пожалуйста. А где он? Он решил поехать по другому пути. Решил под щеликов там понаходить. А где нет. Он? Вы его видите? Инфу, инфу. Я его не... Угасьте, теперь я двухколёсный. Так, осторожно. Опа. Сзади меня сидит. Ну, привет. А у тебя базуки мощные вообще или нет? Они, да, мощные. Они сильно, да? Они с одного выстрела уровня. Ладно, я беру пожирателя, я задолбался урезаться в здание. Ты не умеешь, да, управлять в этой игре? Или ты машину взял конченую, да? Ты куда, Димас? Ты зачем поворачиваешь? Давай прямо. А, прямо не, прямо я не буду, извини. Ой. Тогда даже если прямо, ты меня не догонишь. А я тут это, дрифчу. Да? Да в смысле? Из чего машина сделана? Ну, она управляемая, у меня очень база широкая, колеса. Красиво, красиво гоняем. У него мощная машина и движок так классно лупашит. Ого, тут этот чувак летит на двух колесах возле пожирателя. А вы чего базуками не стрелять? Вы же можете стрелять, или вы забыли? Ой, блин, сказал только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ху-ху-ху, видели, над крышей пролетело? Ой-ой-ой-ой. Представьте, если бы это было попадание, моя машина развалилась бы на куски. Так, моя машина и так уже начала ржаветь, пока они меня ловят. У меня уже волосы выросли, уже пора бриться. У нас ведь тоже ржавые машины. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И на канале можно стать спонсором, получить новые роли, эмоджи и картинки. До связи. Можно, пожалуйста, еще раз? Я просто говорил. Ну еще один шанс. Ну реально. Да это, блин, я аж дернулся. Так громко в наушниках это было. Ладно, давай, Дима. Все, хорошо, дай только свалить. Стой, стой, стой. Вот. Блин, у меня машина. Блин, ну базука мощная. Она что, там метка прям так стреляет? Она вообще без присылки. Мы так это... Наугад. Наугад, типа на глаз, да? Ууу, красиво. Чтобы ты понимал, я за один выстрел могу взорвать любое здание. Так давайте, взрывайте, покажите. Ой, сейчас буду возле домов проезжать, и вы будете им взрывать. Давайте. Сделаем эпик подписчикам. Я еду до домов. Кто в меня врезался? Сейчас, короче, ребята, так смотрите до конца. В конце ролика мы взорвем весь город. Будет просто плоская карта. Надеюсь. Нет, там будут бугорки только. Воу-воу-воу, легче. Вот это скорость, вот это скорость. Смотри и учись. Секунд. Дима, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Дурак, что ли, по мне стреляет? Че нажимать-то, чтобы перевернуться? Я же знаю, как-то можно. Просто кнопки. Я вышел с машины и бегу. Ну вас нафиг. Отвали. Кто-то может мне машину взять? Кто еще живой есть? Отвали! Да пожалуйста! Ну блин, да. Да-да-да, надо. Да ну, нет! Да, убил. Блин, это было больно. Это было очень больно. Хорошо, я вам поддавался на самом деле. Да ладно, не поддавался, просто не смог выиграть. Блин, прикольно получается. Ну что, теперь я тоже на пожирателе. Ну чё, пацаны, где они? Вот, я вижу одного игрока. Тварь. Всё. Ребята, красивый выстрел. Ого.
До связи. Пожиратель в действии. Бум. Ребят, это было эпично, но у меня сзади колеса оторвало. Блин, это жесть. Блин, пипец, я, конечно, ускоряюсь. Так, камеры, камеры можно... Ого, здесь сколько видов камер у нас. Это еще живой есть? Сами. Такой к тебе вопрос. Тебе понравилось? Или я ему тебя залез? Или меня залез? Ладно, никого не будет. Не упало. Да? Я вижу, я зрите, ребята. Бум, упало на челика какого-то. Димас, это меня раздавил. Я еще стреляю по зданиям. Блин, мощная здесь пушка. Аккуратно, если на тебя упаду, то я раздам. Это жесть. Ой. Еще одна упала. Так, кстати, кстати. Что-то я тут жму все подряд. Ой, ой. Бум, еще одно здание. Давайте по этому постреляем. Сколько надо выстрелов? 2, 3, нифига не ломается. Еще одно здание. Офигеть, прям гора этих выросла мусора. Так, давайте поучаствуем тоже в полном здании. Бум. Это что, все высокие здания или еще есть? А что, мы всех убили? Похоже. А что, давайте тогда битву между собой, вы готовы? Бессмертие выбираем. Да, давайте бессмертие вырубайте. Да мы знаем. 3, 2, 1, 0. Стой, не стреляй, ты как ты уже на прицел. Смотри, какой хитрый, я отчитываю время, он по мне уже целится, отвали. Я делаю ноги. Я живым не дамся, я живым не дамся. Ух, еще завалили здание. Лови. Видели, как рядом было? Лови. Газуй, 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 газуй. Ох, блин. Эх, вонючий. Тихо, тихо. Привет. Ух ты! А я могу ехать. Ух, как рядом! Бум! Блин, эпичные, ребята, кадры! Эпичные! Отвали, отвали, сейчас стрелят по мне! Ай-яй! Я живой! Я живой, я живой! Ух ты! Тихо, тихо, ребятушки! Во-во-во, на прицеле! Есть, попал! Есть! Я был откуда, кто попал? Бум! А у меня что, нет базуки? У меня нет базуки, вали, Димка. Боже. Ай, Лего, моя машина разле... О, спасибо, облегчил. Облегчил меня. Блин. Видели, как эпично взорвалось? Круто, круто. Бум, тебя тоже наказали. Спасибо, пацаны, что вы его наказали. Это я, Дима, своего наказываю. Ух ты, давайте посмотрим битву. Возрождаться нельзя, кто-то возродился, мне показалось, не? Я сейчас еду до какого-то чего. Ой, я уже, короче, не участвую. Все, выхожу с машины. Бум, бум. А я до утра не еду. Мою машину взорвали. А, это... А кто первый рунтый там лежит? Ой-ой. Ой, нет. Ай, ладно. Ну что, кто там выиграл? Я... А, нет. Я еще жив. Кто выиграет-то? Я перевернулся. А, нет, не перевернулся. Ого, кто-то пролетел, псих, пол машины нет, он еще ездит. Так, я так понял, Челик умер, все. Ой, я сейчас Обгая убью. За ним еду. Догоняй, лечу. Съемка с воздуха, с квадрокоптера. Тайся его. Ой, красиво. О, дрифтуешь? Дрифт. Токийский дрифт, Димас. Дрифт. Токийский дрифт. Летит, летит квадрокоптер, не отстает. Разбей машину новую, это ты умеешь, конечно. Да она уже разбита, уже поломали. Вот мы взяли ведь в аренду на съемку, уже даже город. А, опять в аренду на съемки берем, да, технику, разбиваем ее. Да, мы даже город арендовали, и опять города есть. Ой-ой-ой, у него что, бессмертие включено, что ли? Бессмертие? О, ах ты читер, я думаю, а чего у него не рассыпается, у него бессмертие. Я это ранить буду, потому всё, что у меня пушек нет. Проиграл. Проиграл все. Да, у бессмертия проиграл. Кто у нас остался еще здесь? Я умер. Я на разбитой машинке. Ну все. Так а кто выиграл, так и не понял. Я бы еще. А если я какую-то чужую машину врезалась, которая просто... Это норма. Это норма, да. Для Берри Крикса это норма. Короче, я так понимаю, что выиграла дружба или что?
Я выиграл, кажется. Мир, дружба, жвачка. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и смотрите мои ролики еще.